На прошлой неделе стало известно случай гибели уток на прудах в городе Вологде. Сначала в парке на улице Фрезиновской, в пятницу поступили сведения о гибели уток на улице Дзержинского. Там тоже не единичный случай. Ну, мнений, я знаю, что существует множество, начиная с, скажем так, хулиганства, если хулиганством это можно назвать, то есть жестокое обращение с животными. Есть мнение о том, что это может быть отравление, возможно, это какие-то птичьи инфекции, но обо всем этом может сказать только, естественно, детальный анализ. Поскольку есть одна из версий, что лето у нас было жаркое, пруды у нас особой чистотой, к сожалению, не отличаются, они мелкие, грязи там достаточно, и вот в таких условиях жара, поступление каких-то стоков обеспечивают рост сине-зеленых водорослей, которые могут выделять крайне токсичные вещества, способные убить не только уток, но и довольно крупных животных. Вполне возможно, что утки ими отравились, но это, еще раз повторюсь, может показать только детальный анализ, который могут провести компетентные службы. Сегодня утром о гибели уток я написал в Центр управления регионом. Надеюсь, что какие-то меры будут предприняты и результаты будут известны. Хотелось бы обратиться еще раз к жителям города Вологды с такой просьбой. Не надо кормить уток летом, потому что зимой все их жалеют. Тенденция к росту популяции городских уток заметно очень хорошо, все это становится возможным только благодаря тому, что уток круглогодично кормят. И, возможно, и такой бы ситуации сейчас не возникло, если бы не было такой огромной популяции. Поэтому еще раз повторюсь, что уток летом кормить ни в коем случае не надо.